Сергей, а на итальянской кухне какие блюда приблизительно будут? Можете прорекламировать? Да, я скажу, но это не 100%. Там будет ризотто с угрём, ризотто бьянко на основе вермуса, угрём, затем литерала томата будет, говядина с тунцом. Это вкусно. Да, вкусно. Потом, что еще итальянское? Ну, карпаччо я хочу два в одном сделать. Да, что-то сырное будет? Да, сырное. А почему Италия, с сыром? Ну, нет. Италия, макароны. Прям конкретно с сыром нет. Будет паста интересная, с диском, из креветок. Очень интересная. Вот, а, затем будет такое, как welcome пицца, интересное тоже. О, там будет сыр. Там будет сыр. Ну, то есть, интересно, если честно, не знаю, какой десерт еще, но обязательно придумаю. Потому что куча десертов вкусных. Просто итальянцы любят сыр, ну честно, я люблю, кого не спрашивают, тоже любят итальянцы. Будет интересно паста пекерри. Она интересной формы. Пекерри, а что это? Она такие широкие трубочки, они прошевываются. Нет, они не прошевываются. Они готовятся в большом обилии соуса. А, они заполняются соусом, да? Да, когда перемешиваешь, заполняются соусом. Очень прикольно получается. Мы, в принципе, уже завершаем. Первое блюдо готовится дольше, чем остальные. Да, вопрос? Я с удовольствием отвечаю на вопросы. Так, все вроде у нас получается красиво. Берем красивую ложечку. Thank you.
Подаем вместе с соусом, этот соус на основе соевого соуса, пасты из васаби, японского майонеза и немного сметаны для мякоти. Я советую немного соуса вложить, тоже на разрез. А икра какой рыба? Лосось. Самое рекомендованное вроде, ну, как говорят, да, ну, для меня тоже, это китовая. В принципе. Ну, то есть не икра кита, а икра киты. Киты, да. Лосось, да. Вот такая, одну положил. Если бы она была. Красивое яйцо. Еще, это еще не все, потому что будет как же японскую историю без риса. Без риса никак. Конечно же, будет присутствовать рис. Только рис мы приготовили немножко интересно. Мы сделали чипсы. Да. Я их люблю, поэтому стараюсь разные делать чипсы на разные мероприятия. Разные чипсы на разные мероприятия. Шеф, ну расскажите, как вы готовите? Вы рассказывали, да? Я повторюсь. Что мы взяли? Мы взяли круглые зернистые кисти. Подойдет, мы берем из засуша, разварили его, пробили в блендер, разварили, пробили блендером и высушили. Высушили где-то часов 12. Какой рис вы используете? Японский. Круглозернистый, главное. Там может крахмала, поэтому он очень классно подходит. Можно краснодарский или... Есть арбориум подойдет. Арбориум шикарный. Он подойдет. Главное разварить, прям разварить. Соотношение воды на 100 грамм риса, где-то грамм 450 воды. Тогда получится очень хорошо. На сколько еще раз? На 100 грамм риса 450 грамм воды. Прям такую кашу, потом пробить, немножко подсолить, потому что будет высушиваться и может быть очень соленый. Ну вот в такой тонкий пласт, да, раскатывается? Нет, я не могу сказать, что он тонкий. Он где-то 0,2. Просто очень тонкий может рассыпаться. Его сушить духовно? Сушить можно в теплом месте или в виде брата. И сколько сушить? 12 часов, ну в принципе оно видно, отходит от пергаментной бумаги или целиконного коврика. Слой такой отходит. И что? Хочу сказать, что немножко вышло красиво. Thank you.
получилось. Так красиво. Самое главное, что с этой стороны. И, конечно же, зелень от нашего кеченского фермера. Парнишка молодец, выращивает зелень. Радует нас. Да, для него никто здесь не брался. Это зелень. Да, микрозелень очень красивая, вкусная, полезная. Я думаю, у нас много лука, соль, чеснок, много перца,
выдержали сутки в этом рассоле, достали, обсушили, получился у нас вот такой вот филе перегаса, обожженная кислотой и маринадом лука, но слегка сыровато. Тут в чем идея? Приготовить вашу традиционную саламуру, да, традиционную, просто интересно. Приготовим его интересно в стиле торта. Такие вот красивые куски. Мы срезали кожу. Я сейчас покажу разрез этого саламура. То есть видно, что тут обожглось белое, а внутри оно еще немного сырое. Нарежем это все кубиком. Крупным кубиком, где-то по полкилограмма. Thank you.
почему мы именно выбрали Салаву? Про него есть что рассказать у каждого народа. Где-то на севере он Сагуда называется, где-то в Запорожье я ел то же самое, только называли ее Просол, здесь Салаву. Ну, то есть плюс-минус, самое главное, что кислота и соль, а там уже каждый автор. Как его сделают, еще вкуснее, это уже автор. Очень, кстати, хорошо Салмурова растет на нас, когда он А, Сергей, вот вам небольшой презент, поскольку вы готовите пеленгас, вот, я вам вяленого пеленгаса принес. Спасибо большое. Я бы оставил где-нибудь, я потом разверну, посмотрю обязательно. Сейчас я его не могу. И еще сарган вяленый. Распаковочка, да? Я вам всем покажу, что Олег мне подарил. Покажите. Может, мы у Олега будем заказывать. Олег всегда дарит что-нибудь вкусное. Да, Олег всегда дарит что-нибудь вкусное. Адреса, пожалуйста. Олег, у вас визитки с собой? Визитки вот там есть. Сейчас будет обмен контактами. Лучше Инстаграм. А еще мы, кстати, режем пеленгасы, которые Олег предоставляет. Вот и красивые. Инстаграм. Там можно просто сказать, если сразу. А, Керч. Фиш, оп. В одно слово пишешь? А, через нижнее подчеркивание. Спасибо за рекламу, Сергей. Так, что мы еще расскажем? Про пеленгас, кстати, очень... я когда сюда приехал, очень полюбил, потому что очень удобно суд работать. Рыбный путь, да? Угу. Засаливать, жарить классно. Особенно на той стороне тоже, где же коллега многостроусы. Они вообще кассы столько готовят. Новороссийские. Так, мы врезали крупным кубиком нашу рыбку, наш салаву. Вот. Добавим сюда. Саяна Лэддис. Порезали. Добавляем сюда каперсы. Нарезанные каперсы в крошку. На килограмм это, в принципе, грамм 15. На килограмм, больше килограмма. Каперсы что дают? Вместо соленого огурчика. Вместо соленого огурчика приятную кислую кислоту. Каперсы. Конечно, визитная карточка Крыма — это ялтинский лук. Ялтинский лук. Зеленый лук. Немножко рубленой зелени, много оливкового масла, много оливкового масла. Кстати, рыба столько масла впитывает, если кто-то налить не будет.